Всем привет, друзья, меня зовут Руслан, вы на канале GBG, и в этом видео я покажу, собственно, где взять вот этот талант-дух. Скажу так, не все понимают, где должна быть дверь вот эта вот с обезьянкой. Я все-таки это все покажу, друзья, на видео. Все это респится в одном подземелье, то есть вам в подземелье этом же надо найти вот этот ключ, ключ с обезьянкой. И после того, как вы нашли ключ, вам надо также еще найти дверь, которую он открывает. Она также находится, друзья, в этом же подземелье. Мы, собственно, собираем все это дело. Сейчас по-быстрому пробежимся и найдем эту дверь. Я играю здесь через самонов. Они достаточно сильные, поэтому я думаю, что мы это все достаточно оперативненько пробежим. Потому что большую часть карты я уже открыл. Сразу скажу, я это уже проходил, друзья. Я находил этот ключ, но, тем не менее, я долго не мог понять, где находится эта дверь, где находятся от нее ключи и так далее. Самоны, собственно, со всеми разбираются. У них это неплохо получается. И еще будем помогать, стреляя. Что-то я напрыгался. Не успел я. Собачку немножко побили. Это свои. Забираем все это дело и идем дальше. Я думаю, что мы где-то уже возле двери, друзья. Собака по 780 бьет. Кстати, потом я покажу вам, друзья, этот билд. Собственно, как это все дело работает, как я играю на самонере и что, собственно, из этого вышло. Вот она, контрольная точка, друзья, и здесь находится сама вот эта дверь. Также здесь находится интересный сюжетный отрезок, я его вам прочту. Вот, эта дверь с обезьянкой. Идеально. Сейчас бы не умереть еще. Отлично. И здесь у нас, друзья, что есть. Здесь находится, собственно, куча разных хрени, плюс книга, и находится вот такая вот штурмовая винтовка. То есть она стреляет автоматически, достаточно хорошее оружие, если у вас нету лучевой. Также сундук. И как только вы открываете дверь, вам дают талант дух. Здесь, друзья, у нас идет два трупа и записка. Вода, еда скоро закончится, ненавижу выходить наружу, но если не делать вылазок, то мы не выживем. Я уйду сегодня ночью, пока вы будете спать, если повезет, вернусь к утру, если не вернусь, то вы и вы читаете это, то знаете, я любил вас всей душой. Собственно, как мы понимаем, он не вернулся, он закрыл дверь, и я так понимаю, что они не вышли наружу. Собственно, на этом все, друзья, я надеюсь, видео было интересно, спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь, всем пока.